забавно. Даю общий вызов, друг Павел. Кто-то без прозывного, без всего просто спросил. РДА. Ну, я передал МА-10. Ну, видимо, не нужен ему этот РДА. Дал спасибо и ушел. Вот так тоже бывает. Но прохождения нет никакого. Я работаю через память. Вот так вот здесь это можно делать. Можно делать по-разному. Вот такой есть удобный способ, что нажимаем длинное нажатие на валкодер, попадаем в ячейки памяти. Вот, можно выбирать нужное. Вот у меня тройка стоит, третья. А дальше интересно, если просто нажать на валкодер, то он один раз даст вызов. Сейчас буковка М загорелась. После частоты буква М. Вот тут вот. Из памяти. Сейчас, по идее, закончит передачу и все. Все, больше он на передачу, по идее, не должен включаться. Буква М погасла, вы видите? Вот, буква М погасла. А если нужна серия передач, то тогда делается вот так вот. Опять длинное нажатие на валкодер, опять выбор нужной ячейки, но не на него же нажимаем для передачи, а вот на левую клавишу. И тогда она будет в цикле крутиться бесконечно. Сейчас. Переход на передачу, но тут без разницы, собственно. Видите, буковка М не гаснет. То есть она продолжит сейчас. О, поехала второй раз. В общем, удобная штука. Чувствуется, что... Ой. Чувствуется, что делал человек все это, который понимает, что нужно для работы в эфире.
Тут была пауза длинная. Это я в память заносил информацию об аппаратуре. На всякий случай, если вдруг пригодится, чтобы вручную не передавать. В определенной ситуации может быть полезно. Кто-то давал знак вопроса в это время на частоте. Один очень громко местно, а другой тихонько. F8NAN. Thank you.
поскольку сидеть на табуреточке все-таки не так удобно, как на скамейке за столом, я вот решил ноги размять, немножко походить. А техника пускай работает, на то она и техника, правда? О, смотрите, крутит из памяти общий вызов и крутит. Сделай немножко погромче, чтобы услышать, если кто ответит. Нужно походить. Сегодня тихий эфир. Слышите? Это Венгрия. Сейчас я запишу, потом продолжим. Тут на курточках. Ну, также решил дать рапорт, как и я. Егон. Такое имя интересное.
Вот видите, как интересно получилось. Ой, встаю теперь. Ходил я на автомате, только вам рассказал, что вот вещает, и позвал венгр по имени Игун, первая буква Е. Ну, не знаю, как читается, и вот, провели связь 579. Ну, вот так вот. О, вот так вот можно работать, гуляючи по полянке. По-моему, неплохо. Но, правда, мне пришлось на карачках стоять, потому что садиться и брать все это на ходу было довольно тяжеловато. Ну, нормально. Ну, что, запущу еще раз. Несложно делается. Три. Поехали. Погуляем еще. Вещает, а я все-таки похожу, потому что мне не удалось. Только встал, и тут же вызов пошел.
Попробую, вызову я. Частота вот такая, 0,22. Дает вызов болгарин. ЛЗ-3, щука Елена. Слышь.
что, вот такое КСУ состоялось. ЛЗ-3, Щука Елена. Ну, отметьте, что ответил с первого раза. Ну, 5-7-9, ладно. Вот, но с первого раза отвечает. Вот это меня как критерий, так сказать. Критерий силы сигнала. Значит, слышно нормально. Все, по-моему, нормально. Но единственное, что когда я тут пытаюсь что-то изобразить, куда-то фотоаппаратом повести не туда, сбои даю во время передачи. Но мне кажется, уже более-менее нормально. Ну, что ж, вот так вот. Две связи уже за сегодняшнее утро все-таки есть. Бургас, Болгария. Был я в этом городе. Забавно. Продолжим. Вот на 0,54 кто-то работает, но на уровне шума. Подожду, может выплывет сигнал. Настроил я батарейку, как мне нравится. Вот видите, тут значок в уголочке батарейки. Он настраиваемый. Вроде я сделал нормально. Вот смотрите, просто интереса ради. Так, вот так вот, да. Сколько сейчас напряжения? Реальное. А, ровно 12 вольт, да? Ровно 12 вольт. И можно настраивать вот тут в подраздел разное. Вот батарея включена. Полная батарея 14 я поставил. Полная. А шаг на одно деление 0,7 вольта. Там всего 7 делений. Значит, 7 на 0,7. Ну, 49. 4,9 вольта. 5 вольт. То есть, по идее, у меня будет где-то в середине меняться. Сейчас 12 вольт. Ну, вот. Примерно все правильно. Вот так, для представления, сколько осталось. Неплохо. Это неплохо.
вот на 054 очень-очень тихо проходит УД3 Дима, Ульяна, Иван. Его пробуют звать, но он, наверное, сейчас не слышит. Слышите вызов? У Б3 не поставили сюда, но не. Попробую, но очень слабенько я его слышу. Нет, не слышит, наверное. Жаль. Thank you.
потерял карандаш. Что-то я не понял, что он от меня хотел. Вроде РДА я ему передал, но он что-то такое спрашивает непонятное. Ну да ладно, замнем, как говорится.